Те, кто в эти часы был на улицах Сочи, могли видеть точную копию Знамени Победы. Штурмовой флаг, водруженный 1 мая 1945 года на крыше здания Рейхстага в Берлине военнослужащими Красной Армии Берестом, Егоровым и Кантария, является государственной реликвией, официальным символом победы советского народа и его вооруженных сил над фашистской Германией. В Сочи копия знамени начала свой маршрут с Лазаревского района и побывала в 6 санаториях, в которых в годы войны размещались госпитали. В центральном районе Сочи таким санаторием является «Салют». На его территории сохранилось здание, где лечили раненых бойцов. Это был госпиталь номер 2133. Медицинские работники санатория имени Семашко привезли своим коллегам Знамя Победы и в торжественной обстановке передали его начальнику медицинской части санатория «Салют». Просуществовал этот госпиталь с июня 1941 года до февраля 1946 года. В те годы не хватало всего самого необходимого, медикаментов, перевязочных средств. Но медики нашего санатория, нашего госпиталя прилагали все усилия, чтобы поставить на ноги наших бойцов. Здесь Знамя Победы будет находиться неделю. За это время пройдут встречи с ветеранами войны, которые проживают в этом районе, концерты учащихся 23-й школы. А потом стяг передадут в следующий санаторий. 30 марта знамя повезут в Хосту и далее по маршруту в Адлер. Копия Знамени Победы побывает в 15 сочинских санаториях, где помнят подвиг медицинских работников, спасших в годы войны полмиллиона раненых солдат и офицеров. Акция «Эстафета милосердия. Город-госпиталь», которая раскрывает суть и значимость нашего города Сочи в годы Великой Отечественной войны, когда с 5 августа 1941 года, с моментом прибытия первого эшелона с ранеными в город Сочи, началась большая работа всех сочинских госпиталей. А на тот момент их было 111 госпиталей на базе санаторно-курортного комплекса. Подобные стенды возвращают нас на 70 лет назад. И школьники, и отдыхающие здравниц открывают для себя новые страницы истории курорта. Мы в данном санатории, в санатории «Салют», отдыхаем впервые. И мы только сегодня узнали историю этого санатория, что Великую Отечественную войну здесь был госпиталь. Здесь лечили солдат со всего Советского Союза. И глядя на эти фотокарточки, нас просто переполняют чувства, эмоции. Сочинский медперсонал возвращал в строй защитников Одессы, Ленинграда, Москвы, Севастополя, позже Сталинграда, Северного Кавказа. Собственно, эстафета милосердия «Сочи-город-госпиталь» и была задумана для того, чтобы вспомнить накануне 70-летия Победы в Великой Отечественной войне тех, кто не выходил из операционных по трое суток, тех, кто собирал для раненых в лесу мох самшита, который служил перевязочным материалом, и тех, кто поддерживал моральный дух воинов. Елена Овсецина, Михаил Дубинин, телекомпания ФКТ.